Проверить генератор без навыка генераторов, но с электрикой. Ну, это тоже, да. Но это тоже надо качать электрику. Но как это все качать, я пока смутно представляю. Колду следующей недели отложили, да. Ну, Вилагеймс там еще кринжа РП собирает какой-то в пятницу. Я зайду. На виду суеты. РП в замботе? Ну да, типа. Ну, сервер такой, софт РП. Итак, на чем я остановился? Давайте вспомним. Давайте вспоминать. Значит, я тут все, понимаешь, забустил, что мог. У меня сейчас 7.50 16 числа. То бишь, в 12 у меня будет реклама, в 18 Дин говорит про бета-строительство. Строительство забущено. И потом, на следующий день, еще с утра будет кулинария. И мне нужно прокачать автомеханику и электронику. Электроника, причем, даже не забущена еще. Это, конечно, грустно. Ну, идеальный вариант, как я вижу, это идти сейчас по улице, строго на север, порядка 50 метров, и там будет общественный туалет с буквами М и Ж. Нет, на самом деле там будет автомастерская. Автомастерская там будет, которая мне очень даже сейчас пригодится. Единственное, только надо разгрузиться, а то я что-то забит под самые помидоры, так сказать. Ой. В общем, непонятно чем. А, ну дробовиком, естественно, да. У бедного Мэла все никак не получается выжить. Я все за ним весь день наблюдаю. Он все так глупо так отлетает. Так, пистолеты оставить, не оставить? Ну давайте оставлю, ладно, черт с ним. Так, патрики. Картечь не нужна. 9-миллиметровый, 45-й. Ну, пусть будет, ладно. Ладно, эти оставим. Все-таки пистолеты с собой. Погнали до автомастерской дойдем. Мне потому что нужно найти домкрат. Мне нужно найти разводной ключ. Вот мне нужно вот это все найти. Ну или хотя бы разведаем местность немножечко. Ой, блядь. Так, а можно не лагать, пожалуйста? Разлагивается поначалу, стрёмно прям, жесть. За ветерана играю, да, да, да. Это новый билд я себе сделал, именно для мультиплеера. Не столько для соло игры, сколько для мультиплеера. Но на самом деле он себя даже... Блин, вот это, конечно, неприятно, что-то их очень много здесь. Он себя, на самом деле, даже в соло показал достаточно неплохо. Так, ну ладно, я потом с заднего хода зайду просто. Так, это гипермаркет, а мне нужно следующее здание. Гипермаркет меня сейчас абсолютно не интересует. Блять, много.
Ой, главное, ты этих только не загреть сейчас. Блин, зря дробовик выложил, я вот уже думаю, надо было оставить. Так, а вот и цель моего визита. Или это не она? Подождите, что не пойму. Так, хвост сбросили. Нет, это она. Отлично, здесь даже нет никого. Так, ну поехали. Запчасти двигателя, та-та-та, подвеска. Так, это мы сейчас не лутаем, мне нужны именно инструменты. Автомеханика. Это мне не надо на данный момент. Так, отвертка, электронный провод. Шина. Так, ну хорошо, домкрат есть. Так, один только беру, ящик инструментов. Пустой, к сожалению. Ладно, возьмем. Отвертки возьмем. Насос возьмем. Разводного ключа нет. И это плохо. Монтировка, клей для дерева. Да, блин, это плохо. О, сварочная маска. Пог. Это пог. Да, но то, что ключа нет, это, конечно, беда. Так, это коробка скрепок, я так полагаю, да? Возьмем. Так, а что, у вас попить-то нечего, что ли, тут? Ну, хоть так, давайте. Супчик не сварю, к сожалению, в сварочной маске. Не получится. Да, но мне нужен разводной ключ. Без него я машины не смогу разбирать. Здесь его нет. Блин. Анлаки. А, ну, я в целом могу еще до заправки дойти, она тут рядом. Сейчас только посмотрим, сколько там зомбей. Ну, блядь, немало так-то. Уж пострулять? Давайте постреляем. Да в смысле? Вот видите, вот эти уже не агрятся.
кайф вообще. Вот, и в заправке теперь чисто. Правда, за мной хвост идет. Вот, сейчас мы и без кинем. Блять. Unlucky. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да. Очень много пришло. Надо их уводить. Так, я выдыхаться начинаю, это плохо. Отдыхаем. Чел. Вот дверь есть. Ой, блять. Как вы внутрь зашли уже? Вы еще дверь сломали уже? Все, я понял. Все, я ухожу. Все. Спасибо за внимание, так сказать, я пошел. Не, ну в целом плюс-минус нормальная вылазка. Единственное, только я не нашел разводного ключа. Но в принципе это не так критично, без этого можно жить. А это я когда успел положить? Что-то я вообще этого не помню. Так, и вот здесь сейчас должно быть много их. Нет, кстати, немного. А, я же их увел за собой, точно. Ну и кайф. Ладно, разводной ключ это не такая редкость. Вот сварочная маска это редкость. Это факт. Ветеран работает с клаустрофобией. Нет, они отключаются. Они отключаются. Так, можно пока что-нибудь приготовить себе.
Ну, понятно, что рандом, да. Ну, не знаю. Ну, как вот по мне, сварочная маска очень редкий предмет. Плохо, что я книгу не могу найти на этот... На электронику. Вот это прям плохо, да. Веревка через окно можно, да. Но не нужно. Так, ну что, нормально кричу? Да, 82, вообще хорошо. Спасибо, Усач, за 4 года. Во сколько годов фора начнешь? Ближе к часам к 9. Бьерн, ты здесь еще? Смотри, короче, чисто на мультиках и на книгах с новым билдом. А это я просто у полицейского участка вначале пострелял по зомбям. Такие дела. Да, с плюс 30% опытом. И с перком на быстрое чтение книг. Кстати, книга с быстрым перком, ну, с перком на быстрое чтение у меня читалась за 5 часов. Первый том. Полностью. Что я считаю довольно пого. Так, у нас осталось два последних мультика. И потом уже можно будет идти тогда, я не знаю, попробовать машины разбирать. Спасибо большое, Конрад Грей, за 5 лет. Так, мне же читать вообще прям нечего, да, от слова совсем. Да. Ну, кстати, Бьерн. В первом же книжном. Просто в первом же книжном. Но я не буду его читать, я хочу проверить, можно ли там на третьем уровне электроники будет использовать эти генераторы несчастные. Надо же, не добустилось до 6 уровня. Наконец-то он выспится хоть у меня.
Что делать надо на отдыхе? Ничего. В этом и суть. Ну и нахуй ты проснулся в 3.40, блядь. Нахуй ты проснулся в 3.40, чел, блядь, ёбаный рот. Ой, до мультиков еще 2,5 часа. Понял. Да ты серьезно, что ли? Блин, жесть, вообще в стелсе просто вообще не подойти. Без стелса перков. Слышно меня просто за километр. Так. Где были машины? Вот здесь на парковке вроде что-то вроде бы было. Сейчас посмотрим аккуратно. Собственно, и тачки есть. Бензина нет. Двигатель неплохой. Пока оставим. Возможно, она мне пригодится. Будем разбирать убитые в хлам. Вот такую можно уже разобрать. Так. Сколько навыков будет мне это давать? 0.97, ну понятно. Так, двери я снять не могу, стекла снять не могу. Так, вот радио, когда снимаю, это что качает? Электронику или механику? 3.9 было. Это механику качает, хорошо. Так. Так. А у меня нет базовой механики на эти машины? Понял, понял. Так, ладно. Крестовидный ключ. Я его с собой не взял, да? Окей, ладно, пойдем. Все равно скоро мультики уже.
Заново лампочки ставить. Да-да-да, надо тоже это делать. А я за обратно все что угодно могу ставить, да? Все, что я снял. То есть снять и поставить обратно, это все опыт дает, да? Да, окей, хорошо. Соло ран или мультиплеерный сервак? Это соло ран, но я тестирую билд для мультиплеера. Так, кулинарное шоу. Ну что, ты прокачаешь мне эту кулинарию? Нет, наверное, не докачается. Ну да, не докачалось. Ну ладно, все, это был последний мультик, который я смотрел. Видный ключ надо взять. Блять! Урода, сука. Я паникую больше, чем персонаж мой. Потому что не ветеран, да? Все так. Так, аккумулятор установить. Ну-ка, и сколько мне это качнет автомеханики? Ну, не то чтобы много. Семь, восемь. Так. Так, давайте шины поснимаем. Только они тяжелые, зараза. Ну, мы снимаем и сразу ставим, да, получается? Неудача, окей. Блин, вот это, конечно, проблема, то, что... Что меня это дамажит из-за перегруза чудовищного, потому что шины весят пиздец сколько. Ну, спина получается. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Так, сколько она весит? 15. Так, выложи ее тогда.
Вот так вот. Вот, нормально. Каждая неудача, она же мне прокачивает автомеханику, да? Не то чтобы сильно. Но все же. Было 16.58. Вот я и устанавливаю сейчас ту шину. Успех. 17.55. Окей. Пройти вообще душно качаться? За воина? В классике, да. Хоп, играть в Икарус? Нет. Первый раз зомбой ты играешь? Нет. Я любитель энтузиаст зомбойда. Меня больше пугает второй навык. 43. Ну, по единичке, короче, это добавляет колеса. Установка успешная. А демонтаж 23.4 было. Даже неудачная попытка снять единичку почти добавляет. Электрику потом еще качать, я чувствую, заебусь. Электрику уже качать, да чисто нужно разбирать электронное устройство, да? Ой, заебусь. Так, все, с этой машиной мы наигрались. Надо пойти попить. Закрыто? Открыто. Есть кто? Нет никого. А здесь? Так, толкан у них вроде вот тут. А, ну тут везде раковины есть. Так. О, я могу сиденье водителя снять. Ну-ка. Чё ты припёрлась сюда? Хоть бы, блядь, разводной ключ принесла, что ли, ёбаный рот.
32-18. Ого, нихуя. По двойке. Какой же я старый, ну что поделать. Неудача. Неудача, это на самом деле даже хорошо. Потому что я так полагаю, что каждая неудачная попытка по двойке добавляет примерно, да? Там даже почти три было. Ебать. Нудно маленько, но что поделать. Зато вон уже, смотри, 53-60. Прум-п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 рум. Попортилось, кстати, качество, было повыше. Из-за неудачи. Ну, что поделать. Вот опять, смотрите, неудача была. Ну-ка, попортилось? Нет, так не попортилось. Ты когда в отпуск собираешься? Хуй знает, дружище, хуй знает. Боюсь, что не скоро. Сейчас все деньги в ипотеку вкладываю. Зациклился на взломщике? Это не взломщик. Это ветеран сейчас. Я тестирую, просто понимаешь, была инфа, что если у тебя будет там что-то типа электроника 1 и автомеханика 2, то ты сможешь взламывать машины. Без навыка взломщика. Вот я это проверяю. Ветеран имба. Ну, не то что имба, но слушай, он себя показывает очень хорошо. Потому что отсутствие паники, это прям, это прям очень круто, да. Ну и плюс стреляет он, мое почтение как. Собственно, те, кто вчера начало стрима смотрел, подтвердят это. Потому что, ну, это пиздец просто. Это просто пиздец, то, что я вчера устроил. Там у полицейского участка я там сколько зомбей положил? 149. То есть, ну, в районе сотки зомбей я там положил с дробаша. Вон, посмотри, у меня навыки качнулись как. Почти до пятерки раскачался. По-моему, начинал с единички вроде меткости. Просто пострулял. Так. Ну, здесь вроде все, да? Это я не могу ничего делать. Вот разводной ключ нужен. Подвеску я не могу. Разводной ключ нужен тоже. Двери. А, я могу двери снимать. А, окна. О, привет. Ну, привет.
Не понял. Кто пищит? А кто пищит? Так, дробовик назначить на спину. Сожрём, короче, полностью. Заряжен? Заряжен. Так, что с пистолетами? Заряжен, заряжен. Ну все, окей. Так, ну давайте посмотрим, что там вообще снаружи происходит. На самом деле не сказать, что их сильно много идет. Потому что здесь у меня в принципе их немного было. Ну хотя нет, достаточно. Дебаф заметно еще как работает. Я в стелсе вообще не могу со спины подойти. Слушайте, а у меня чок что ли какой-то на дробовике надет? Ну-ка подождите. Смотрите, что-то у меня насадка какая-то спереди. Чок борда, а слушайте. Круто. Еще ремень для винтовки какой-то. Так, ну нормально, на самом деле он улетел. Я предположу, что здесь можно еще и остаться. Ну, кстати, вот я смотрю, у меня нет перка бодрый, как было в прошлый раз, да? И сонливость просто пиздец, как меня на самом деле душит. То есть я проснулся, получается, часов 10 назад. Я, конечно, все это время работал. Но все равно. Здорово, Фантомик. Да все хорошо. Так, топор, если что, у меня с собой, да. Это мое. Ку, покажи, пожалуйста, перки, которые брал. Хочу сейчас скрин сделать. Сейчас, подожди, пожалуйста, секунду. Я все-таки чекну, что там снаружи. Да, вообще тихо. Большую стирку тогда устроим сейчас. Перки, ну вот смотри. Стандартные дебафы. Тонкая кожа, хрупкий. Потому что я просто стараюсь играть так, чтобы урон в принципе не получать. То есть я в принципе стараюсь не воевать с толпой зомби, там все вот это. Далее склонны к болезням, аналогично, потому что я заражение редко получаю, там вот это все, да. Плюс у меня взят турист, который как бы нивелирует возможность заболеть. Слабый желудок, ну это просто не жрать говно. Вот.
И еще заметный, потому что, ну, больше нечего было брать, чтобы догнать себе этот нужные очки. А, ну и курильщик. Ну, курильщик — это дефолтная тема. Курильщик невезучий — это дефолтная тема. Их надо всегда брать, я считаю. Из плюсов... А, еще из минусов взял худой. Это у меня начинало на 70 веса. Из плюсов, естественно, сильный. Это прям must have вообще. Так, а что за неформа у меня, кстати говоря? Это откуда? Наверное, из-за того, что я худой. Не помню уже, честно. Трудолюб взял, который плюс 30% экспы дает. Острый слух, чтобы со спины видеть врагов. Шустрый, чтобы быстрее перекладывать. Ну, кошачье зрение, чтобы ночью видеть, соответственно. Лучше книголюб, чтобы быстрее читать книги. Демон скорости, потому что у тебя одно очко всегда остается лишнее. А демон скорости — довольно хорошая тема. Ну и класс ветеран, соответственно. Этот худого, наверное, да. Невезучий перк работает на полную, если заражение от зомби есть в игре. Он работает, чел, на 10% всего. 10% — это хуйня, этим можно пожертвовать. Что демон скорости дает? Позволяет тебе на машинах очень быстро ездить. От худого можно избавиться, да. До 80 килограммов разжираешься, и у тебя все нормально становится. Если очки, если очень сильно нужны, то можешь взять вместо худого недобор веса. Там тогда будешь на 60 килограммах начинать. Я так, собственно, у меня в стелсовом билде вот так вот было. Но отъедаться очень долго придется. Очень долго, это я тебе сразу говорю. Так, я случайно закрыл себе этот... Стату свою, как ее открыть по новой? На какую кнопку? На сердечко. Ага, окей, да. То есть, вот видишь, я вес набираю, но очень медленно. Там надо прям реально прям выбирать, что жрать. То есть, если ты будешь себе готовить какую-то полезную еду, никогда в жизни не растолстеешь. Что довольно грустно. Но реалистично. Не понимаю, где моя бутылка с водой? А вот она. Чё он не пьет из нее сам? Она в инвентаре, наверное, должна лежать для этого, да? Книголюб прям must have, так много читать тяжело. Ну слушай, я это взял, чтобы проверить, насколько можно жестко забуститься в начале. Вот смотри, вот с книголюбом, да? Вот так вот у меня раскачались перки строительства кулинарии на мультиках. Звероловство, собирательство, рыболов. Плюс я еще побочные навыки тоже уже забустил. Ну и чтобы ты понимал, то есть я строительство бустил. То есть первым томом, вторым томом и третьим томом они меня забущены уже на максимум. На сервер ВЛГ по зомбоиду в пятницу. Да, пойду. Наведу там суеты. Смотри, этот баф дает 30%. Я играл раньше с не любит читать. Это минус 30%. То есть у меня сейчас разница 60%. Это достаточно ощутимо было. Я тебе так скажу, если ты хочешь вначале жестко забуститься, то он must have. Если ты вначале не планируешь жестко буститься на мультиках, тогда можешь без него играть. Тебе осталось 3 дня отключить воду и свет. Чел, ты, блядь, поучи еще нахуй ученого.
Перез, Лутфиль. У меня здесь никаких перезов вообще не планируется. Я так далеко не смотрю. Меня здесь все, что сейчас интересует, это... О, господи. Это просто раскачать навыки, посмотреть, смогу ли я машины взломать условно. Так, есть что? Вот, то есть, вот, смотри. Вот это вот все, что я прочитал за неделю, за первую. Это дохуя, поверь. Да, читать-то здесь нечего. Так, надо бы поспать, наверное. Читал без перемотки? Ну, в общем, с перемоткой. Ну, так а какая разница-то? Здесь-то ты в Солянова это делаешь. Так что поебать. На сервере без перемотки будет, да? Так, ну сейчас, возможно, придется попиздиться прям хорошечно так. Ну, хорошо, попиздимся. Выходить сейчас, конечно, из дома здесь стрёмно. Да нет, слушайте, их реально тут немного. Так, секу. Рекламу посмотрим. Лучшее оружие для ближнего боя — топор бита. Смотря что для тебя лучшее. Что для тебя важно в оружии. Вот что здесь важно, понимаешь? Если урон, то это копье. Но копье ломается с пары ударов при непрокачанном навыке строительства и прочности. Блять, опять он пить хочет, ёб твою налево, а. Мне больше всего нравится топор пожарный. Но это довольно редкое оружие, то есть он только в пожарке, как правило, находится. Если тебе не повезет. Ой, блядь. Так, ладно, почистим. Ой-ой-ой. Вот это надо зачистить. Что это прокачалось, интересно? Думаю, что какая-то скрытность, скорее всего. А, прочность прокачалась? Нихуя, почему? За счет чего прочность-то? Аккуратно подбайчиваем вот так. Привет, стримишь? Нет, это запись.
Зомби нет, бесконечные. Ну вот на настройках апокалипсиса зомби бесконечные. Вообще, самое главное, зомбоди, чувак, если кто хочет там из вас начинать соляново играть, самое главное, это научиться нормально воевать с зомби. Я считаю, что я достаточно хорошо с ними воюю. Я не рекомендую драться там, типа, ну вот, больше, чем с двумя за раз, если вы там, скажем так, не уверены в своих силах на 100%. Этих надо тоже подбавить. Ну то, что я первый отлетел, это я отлетел, потому что я свои же правила нарушил. Только поэтому. Вот, например, три. Вот три — это уже очень опасно. То есть я обычно оружиями не пользуюсь. Но когда их три, то тут уже, конечно, надо. Надо завалить одного. Прям убить. Вот, убил. Теперь одного толкаем. Когда с двумя воюешь, надо одного уронить, встать на него и просто стоять, ждать, пока к тебе подходит второй, и толкать его. Упадет, ломаешь первого, на котором стоишь. Просто понимаешь, это кажется так, типа, да похуй, там хоть 10 их, я буду просто 5 назад и бить их топором там, да, условно. Но это так не будет работать. В какой-то момент вам не повезет, что-то глючнет, там, лагнет, там, что-то еще случится, там, да. Какая-нибудь неудача прокнет, и все, пиздец. Один раз вас укусит, и все, толпа вас сожрет моментально просто. Это без вариантов вообще. Ну, как минимум, укус вы точно получите. Это прям железно. Так. Крестовидный ключ есть, домкрат есть, все. Отлично. Так. По-моему, я колеса не снимал с нее, да? Кто-нибудь помнит, я колеса с нее не снимал же? Или снимал? Укус 100% смерти. Считай, что да. Бытуют легенды, что вроде как, нет, что там есть маленький шанс того, что ты не отлетишь. Но я в это не верю. Однажды 5 раз подряд царапнули. Всякое бывает, слушай, всякое бывает. У Хуса прокнул этот маленький шанс однажды. Ну, окей. Но тут постоянно билды меняются, и черт его знает, что там будет дальше. Что сейчас вообще происходит, я не знаю. Я могу сказать, что я ни разу не выживал при укусе. Стекло, кстати, при неудачной установке, смотрите-ка, ломается. Да, причем нормально так ломается. Ну ладно. Видел, как бы не в ура кусали, заражения не было. Но это было очень давно. Ну, я ничего не буду говорить за очень давно. Так, ну вот автомеханика, уже первый левел есть. Так, что вы там утверждали по поводу того, что можно будет машину заводить без ключей? Какие нужны навыки? Две автомеханики, одна электроника? Да, ну хорошо.
Еще какие советы могу дать новичкам? Когда начинаете, да, и лутаетесь, не старайтесь утащить просто все прямо. Вот все не нужно стараться. Типа там все консервы из всех домов утащить. Это бесполезно. Вы просто перегрузитесь, и у вас не будет лезть полезный лут. У вас это будет только замедлять, и вот это все. Разводной ключ нужен. А, это для дверей уже. Так, я шины снимал. Напомните еще раз, я прослушал. С этой машины я снимал шины или нет? Снимал. Да, окей, хорошо. Тогда идем к соседней машине. Не нужно там стараться... брать, например, все книги. Я понимаю, что книги там звучит заманчиво, это все, но не нужно. Не нужно там брать какие-нибудь пятые тома в начале. Там даже третье бы не рекомендовал. Там первый, второй еще куда ни шло. И то нужно понимать, что тебе нужно брать, а что не нужно. Вот что нужно брать, так это вещи с редким дропом. То есть журналы нужно брать, там какие-нибудь клей для дерева, там скотч, изолента, вот такое. То есть что мало весит и что точно пригодится. А консервов их и так хватит, продуктов тоже в начале. Вот на первой неделе их предостаточно, вам не нужно столько. Человек не может еще что скрутить можно. Да вряд ли. Так, с этой машиной здесь все грустно, к сожалению. Здесь я не смогу поснимать. Так. Ну да. Окей, ладно. У меня нет на легковые, видите, рецепта. Журнала нету на легковые автомобили. На грузовые был. А легковые не было. Это мое. Самое сложное, как по мне. Дай совет, как научиться ориентироваться в городе. Смотрю вас. Вы сразу шарите, типа надо взять тачку и уехать вот сюда. Оттуда типа все магазы знаете где. Это тупо наигрывать надо. Ну, я вот в этом городе я знаю, потому что я здесь очень много просто играл. А так вообще, ну, сейчас уже, во-первых, в игру добавили карту. Если что, ты можешь нажать на М, вот тебе карта, пожалуйста. И то есть тут уже более-менее помечено. То есть зеленая — это типа коммерция, синие — это какие-то муниципальные сооружения. То есть, допустим, вот это вот я знаю, что это церковь, вот это пожарка, это полицейский участок, это таунхолл, мэрия. Вот это заправка, например, я знаю. Нет, это не заправка. Вот заправка, это автосервис, это этот автомобильный ремонт автомобилей. Такими дома помещаются. То есть, ну так вот можно ориентироваться. Но вообще, если что, есть в интернете просто карта. Ты можешь просто банально карту открыть. О, господи. В интернете можешь карту открыть интерактивную и все, и там смотреть. Это уже как бы на твое усмотрение. Как тебе интересно с вами играть. А то, что тачку забрать и уехать из города, ну, потому что нет смысла оставаться в городе, потому что в городе у тебя отключат воду и свет, и пребывание в городе станет абсолютно бесполезным. Поэтому нужно селиться у воды где-то, где есть какой-то источник воды. Ну, и в идеале, чтобы у тебя еще была возможность как-то электроэнергией себя обеспечить, для этого нужна работа с генераторами. Вот, а чтобы работать с генераторами, тебе нужно... Нужно либо электрика брать, начальный класс, либо находить журнал для работы с генераторами. Без этого тоже можно жить. В принципе, электричество тебе нужно для чего? Только чтобы бензин из бензоколонки выкачивать для автомобиля. И чтобы запитывать там какие-то, ну, основные такие нужды в доме своем. То есть, например, холодильник, да, чтобы у тебя еда не портилась.
Я пока тусуюсь в городе, потому что у меня еще пара дней до отключения всего этого точно есть. Тут уж как повезет. Могут тебе быстро отключить, могут не быстро отключить. Могут вообще одновременно отключить, могут не одновременно отключать. Так. Окей, пойдемте еще машину поразбираем. Сколько там уже автомеханика? 22 из 150. Ну еще автомобили где-то 3-4 надо разобрать полностью. Так, электричество есть, можно залить топливо в разное авто, чтобы можно было потом с них слить. Да можно, ну да, либо просто по канистрам разлить. Нет, можно, да, конечно. Бензин — это невероятно ценный ресурс здесь в игре, да, это факт. Это факт. Видел овощной склад на юго-востоке. Мэл там нашел десятки мешков с ягодами и овощами. Так они испортятся. Смысл от них. Так, один? Ну, вроде один. А, это гадость, почему брошусь прокачать. Потому что когда я топчу вот так челов, у них этот же... Это же обувь ломает. Так, осмотримся, давайте, есть ли здесь кто еще поблизости. Ну, немножко есть. Как ты сделал, чтобы при наведении на зомби у тебя они зеленым подсвечиваются? И это дефолтная настройка, насколько я знаю, дружище. Это дефолтная настройка. Зеленым они подсвечиваются, значит, что у тебя по ним пройдет сейчас урон. Что действие, которое ты собираешься с ними предпринять, возымеет, так сказать, успех. Так, сейчас я сначала осмотрюсь. Вот этот чел сюда идет, нет? В новом трае новый город будет пробовать для разнообразия или по накатанной? Ну, я бы хотел в этом начать. Потому что я хочу очень жесткий старт взять. Кармик неплох. Я считаю, что в жизни самое главное – это движение вперед. Никогда не стойте на месте, не двигайтесь вперед. Учитесь у меня. И на механической лошадке едет вперед. Неплох, неплох. Ну, я считаю, иногда можно и на месте потусоваться, если очень хочется. То есть, видишь, например, сейчас я с милишным оружием, я вот начинаю зумить, да, прицеливаться, видишь, они красным не подсвечиваются. Если бы я огнестрел взял, они подсвечивались бы красным, скорее всего. Ну и, соответственно, от красного, чем более у тебя зеленый становится, тем выше шанс того, что ты, соответственно, попадешь. Но он трайв тоже имба местным? Я не знаю пока. Так далеко не буду говорить. Так... Ебать тут сидений. Кайф. То место идеальной вода и дома и камины. Ну да, но оно больно читерское из-за того, что там зомби нету, конечно. Ну посмотрим, это обсудим уже потом. Часто что из-за этого переживать?
Сколько прокачался уже? Первый квадратик заполнился. Тридцать восемь из 150 сейчас. Это в инсте кармика, да. Это фарт 9, плюс-минус, да. Надо хотя бы автомеханику докачать до двоечки. Сегодня ласточку тащил до дома, в тот сервер все уже. Так что нет, к сожалению, обосратушки. Начал играть зомбой с трехчасовым днем. Какой кайф, не надо постоянно спать, есть срать, игра перестала быть тамагучи. В смысле, с трехчасовым днем, не понял. Время у него дольше идет, понял. Мыло жалко, блин, он так реально старается, но пока что... Пока что так себе у него дела идут, честно говоря, так себе. Хочется помочь, но не знаю чем. Так, шины, багажник, капот. О, лобовое стекло. Снимаем. Не, вообще хорошо качается, прям вообще хорошо. Так, друзья идут. О, что-то много друзей пришло. Ой, много друзей пришло. Так, сзади никого. Здесь никого. Ну окей, давайте аккуратно их тогда. Часто нарушает мое правило. Но у меня оно тоже выработалось не сразу. Шел пешком, красиво через спину Кентукки. Вот это точно ошибка. Это, в этом смысла вообще никакого нет. Потому что между городами здесь просто чудовищно гигантские расстояния. Это нужно только, я не знаю, ну типа в самом крайнем случае. Я даже не могу представить, что это должно произойти такое, чтобы ты пешком пошел в другое место. Эй, пс, челы. Что за правило? Не драться больше, чем с тремя зомбями вообще никогда. Типа два, это... Ну, для новичка точно потолок. Сейчас вот почти ошибку сделал, видели? Я хотел встать на зомбака, которого уронил. И меня чуть не укусили за это. Нихуя, какой зажиточный, блядь, зомбак. А, это мой рюкзак. Жесть, я тупой какой. Так. Лобовое стекло я снимал, да? Или нет? По-моему, нет. Почему так много часов? Я их потом разбирать буду. И качать электронику.
Они просто ничего не весят, а электроника на них будет качаться. Ебать, там надо автомеханика. Рекомендуется скилл 5. 67-35 было. 68. Ну, нормально, нормально. Че, ломаем все, господи, насрать на эту машину. Все равно, в любом случае. Да, без перка бодрый, конечно, не очень приятно, потому что, ну, сонливость прокает прям очень быстро. Грубо говоря, режим поддерживать не получается. Куриное напряжение мешает разборке. Окей. О, смотрите, 0%, но я могу все еще его демонтировать. Интересное кино, да? Так, большая походная сумка взять. Повесить на спину. Пить. Курить. Сигареты. Он тоже все время берет курильщик и не может потом сигареты найти себе. А фишка в том, что сигареты обычно в барах где-то можно... Ну, как видите, вот я, допустим, точно знал, где будут сигареты. Пошел и вот раздобыл себе сигареты. Так, вот давайте посмотрим, мне интересно. Я могу все еще демонтировать стекло с 0%. Вот вопрос, что будет с автомеханикой? 71-25. Блядь, так она качается, лол. Так это абуз получается какой-то или что? А, ну вот. А, все, вот уничтожилось. Да, все, я его снял, оно сломано, я понял. Окей, хорошо, значит не абуз. Хайкер Хуп. Добро пожаловать в Оранье Царство. Только тебя я ждаю. Только тебе. Лойс, мое уважение, располагайся. Склады в округе Розвуда пофиксили. Теперь там вместо молотов, семян и клеек и прочих ништяков теперь только мешки с овощами. Окей. Теребь одну машину в труху. За одну деталь, снятую и установленную, можно опыт получить один раз. Есть альтернативы стигам, что находишь, когда они закончатся. Ну, слушай, их очень много. Типа, ну, это, я не знаю, сколько надо жить, чтобы они у тебя закончили. Ну, вообще нет. Ну, типа, так в теории чисто нет. Только модами. За неудачу много опыта дают, столько же, сколько за удачу, по-моему. 80.03 было. Стало 80... Блин, прям за стекла прям очень много дают, конечно. Нет, бросить курить нельзя. В всяком случае, раньше нельзя было. Не знаю, может, сейчас последним патчем сделали, что можно, но нет. Так нельзя было, только модами. Не было желания принюхаться к модам к следующему траю? Нет. Так, левые снимаем, чтобы не бродить туда-сюда. Заметил, что вы в копии не цепляли машину друг к другу, просто задом подъезжаешь и на вы цепляешь. Зачем машину друг к другу цеплять? Ради чего? Как правильно цеплять? Ну, зад переду, естественно.
возить тебя на базу. А зачем тебе там машины в таком количестве? Ты можешь убрать это округлое ограничение на выпивке? Нет. У меня плохо сегодня хромакеви читается. Я забыл с настройками поиграться. Нормально. Убирать машины с дороги. Ну, типа, если ты собираешься много ездить по этой дороге, то да. Бензин в машинах хранить. Ну, как вариант, да. Ну, нам это не нужно было, потому что у нас все равно anyway не было возможности бензин сливать с бензоколонок, потому что у нас генератора не было рабочего. Точнее, генератор-то был, но пользоваться мы им не умели. Есть возможность играть соло, потом этим же персонажем играть на сервере. Там нужно махинации производить с игрой. Типа что-то там копировать, там менять, короче, какие-то файлы там, я не знаю. Ну, то есть, ну, можно, да, но это будет не совсем, во-первых, честно, а во-вторых, очень много геморроя. Да, конечно, будем без зомби-вируса играть. Ну, с ним слишком душно будет, дружище. В Солянова нормально играть так. Но в коопе нет. Ну, тут вообще не весело. Потому что зомби тебя кусают часто, особенно бьёрнов всяких. И типа он просто будет терять персонажа и все. А вместе с персонажем теряется вся прокачка. Это в соло, да. В соло ты играешь, чтобы там запотеть, захардкорить, там все такое. Там, конечно, да. А в мультиплеере ты играешь уже ради фана. А фана не будет, если у вас будет постоянно персонаж отлетать. И также втроем будем играть, да. Ну, кстати, смотрите, почти докачал, на самом деле. На одной машине прям очень много, вот это я раскачал. Мне эти звуки. Это внутри долбит. По примерочным, по всяким и прочим вот этим. Покупки майками Activision Blizzard. Могу рассказать только небольшой анекдот про интервью Фила Спенсера. Фил, какие компании игровые вы собираетесь купить? Да. Все, это весь анекдот. Я его снял или что? Почему из иллюминатора стримишь? Потому что я в подводной лодке нахожусь. Чего? Что за глупые вопросы? Так.
Пингвину N13, спасибо за 2 года. Ну, я думаю, что я на этой машине докачаю до 2. Соло? Да, соло. Тестил зомби спринтеров? Нет. Нахуй надо. Ну что же, вот и автомеханика 2. Так, ну-ка проверим. Нужны ключи от машины или навык электроники 1 и автомеханики 2? Да, действительно, это так и будет работать. Окей, хорошо. Так, это мне понадобилось 1, 2, 3, 4. Вот эту, возможно, я не помню, трогал я эту машину, нет. Ну, короче, 4-5 машин. Как ты круглое меню открываешь? На букву V. Ой, совсем выдохся, перс. Так, здесь как минимум 2. Как выделять большое количество ресурсов для переноса? В смысле, как выделять? Как тебе перетащить сразу много ресурсов? Мышкой. Так вот берешь. Оп. И перетаскиваешь. Где хотел бы жить? В Восторге, Колумбии или Саратове? В Саратове. Так... Блин, даже не наелся. О, ингредиентов не осталось. Для хорошего жаркого. Давайте просто супер мясное сделаем и похуй. В целом, наверное, вообще отсюда может уже текать будет. Дальше к школе пойдем. Так что можно будет забрать свою экипировку и ночью выдвигаться по стелсу к школе. В школе будем лутать библиотеку, наличие книг по электронике. И журналов там еще на... Ну, какие-нибудь там еще журналы. Так. Стоп, курицу нельзя добавить сюда? Что, серьезно? Да, нельзя курицу добавить. Не, подождите, это, наверное, из-за вот этого. Нет, реально, блядь, нельзя.
Жесть. А, вот появилась. Чушь какая-то, ну ладно. Давайте мёда еще туда зальем. И посолим. Вот это хрючево, так хрючево. Королевское. Так. Так, надо, знаете, что посмотреть? Надо посмотреть, есть ли у меня автомеханика вторая. По-моему, была. Да, есть. Ну, кайф, вот ее и прочитаем сейчас перед сном. Заметного взял удачу, я с ним тоже играю. Ну... Я его брал из расчета на мультиплеер, понимаешь? Не на соло-игру. В соло-игре, конечно, не очень с ним приятно. Но, как видите, играбельно вполне. Не так, конечно, изи, как со стелсером, но окей. Просто от стелсера нету смысла в мультиплеере, потому что здоровенный Бьёрн все время рядом с тобой ходит, шумит, что-то там орёт, пердит. Вот. И ну, смысл от стелса теряется. Покажи перки. Сейчас покажу. Так, вес набирается. Это хорошо. Так, перки, говоришь, показать. Сейчас покажу. Так, только сначала помоюсь. О, плюс скрытность, ничего себе. Так, ну такие перки, значит, вот такие у меня были взяты. То есть я взял свой дефолтный набор на дэмэдж. Тонкая кожа, хрупкий. Потому что, ну, я просто стараюсь не получать урон, да. Пусть играть не агрессивно. Склонный к болезням, он нивелируется туристом, по большому счету. И не получением урона. Слабый желудок, ну просто готовь еду себе, не жри говно. Худой я взял, можно взять, если тебе прям очень нужны очки, можно взять вместо худого недобор веса. Но отжираться придется долго. Вот, что еще? Ну, невезучий курильщик — это дефолтная тема. Это, я считаю, надо всегда брать. Ну и заметный пришлось взять, потому что больше просто нечего было взять. Из плюсов взял, естественно, сильный. Сильный — это просто must-have, я считаю, для любого билда. Потому что, ну, зомби отталкивает только так, только в путь. Плюс много лута может переносить. Не в форме, это из-за недобора веса. Нужно до 80 отожраться, тогда это пропадет. Трудолюб взял, это на быструю прокачку. Там плюс 30% к получению опыта идет ко всем навыкам. Очень удобная тема. Острый слух, я считаю, тоже довольно необходимый перк. Он тебе дает вижен со спины на небольшом радиусе, чтобы у тебя не было туннельного зрения. То есть ты будешь слышать, когда к тебе подходит сзади. Шустрый, довольно полезный перк. Быстро перекладывает книги там. Ну, не книги, быстро перекладывает шмот в инвентарь там куда-то там между сумками. Ну, туристы, я уже говорил, это он убирает возможность заболеть от плохой погоды. Ночное зрение, кошачье зрение, точнее. Полезная тема, чтобы ночью просто видеть. Потому что, допустим, у меня было взято, да, когда мультиплеер играли, у ребят не было. И они ночью вообще ничего не видели, а я видел нормально вполне себе. Книголюба взял для того, чтобы на первых днях за счет мультиков очень жестко раскачиваться. Так, в принципе, необходимости в нем нет. Это он нужен только, если ты хочешь вначале очень жестко прям буститься от скиллов. Ну и демон скорости я всегда беру, потому что всегда остается у тебя один скилл. Ну, одно очко у тебя всегда остается. Его тратить просто некуда. Ну и довольно неплохая тема, можно гонять быстро. Ну вот так вот. Сколько веса становишься жирненьким? С 90, по-моему, или с сотки. Ну вот 80-90, вот это оптимальный вес здесь.
Сколько в жизни килограмм вешу? Ну, 80 где-то с копейками. Часов уже набрал на качестве электроники? Немножко. На самом деле, немножко совсем. Да электронику не проблема будет раскачать. Надо просто книгу найти, чтобы забустить себе этот, раскачку навыков, и все. И дальше просто ходи по домам, просто разбирай вообще все, что есть. Так. Курить... То, что выше 85 считается лишним весом, минус 1% скорости движения за каждый лишний килограмм, да? Окей. Ну, я не знал, я просто, я никогда так не разжирался. Я все время с худым играл и вот. Ну, вот у меня сейчас 72, в плюс идет вес, да? Понемножечку, ну, 72. И у меня есть, видишь, не в форме. Ну, кстати, смотрите, вот второй том, он читается, по-моему, за 6, что ли, часов. Вот с моим перком, видите как? То есть вот я сейчас ускорю время немножечко, да? То есть я утверждаю, что я закончу ее читать где-то в 23.30, где-то так вот. 23-23.30 в этом промежутке. Невезучий на 10% уменьшает шансы редкого лута. Да, я в курсе, 10% это ничтожность. Сколько планируешь тестить билд? Ну, как минимум, я хочу проверить, как будут машины заводиться без навыка взломщика, это раз. И два, я хочу докачать электронику до трешки и посмотреть, смогу ли я заводить генераторы без журнала. Это вот план минимум. А так, из того, что мне еще интересно было бы, это, допустим, газосварку покачать и посмотреть, смогу ли я газосваркой спиливать железные двери, вот железные вот эти ограждения. Помните, вот мы тогда нашли магазин с оружием, и там были железные ограждения. Вот мне вот интересно, газосваркой смог бы я его спилить или не смог бы? Как пить из бутылки? Правой кнопкой на бутылку пить. Если она у тебя будет лежать в инвентаре, просто не в сумке, то он у тебя будет автоматически из нее пить. Одновременно смотреть телек и читать работает? Да. Если чисто механик хочешь потестить, то можешь в настройках мира поставить множитель опыта, чтобы не тратить время. А я не трачу время. Я удовольствие получаю. Их кувалдой надо? Ну, мне кажется, газосваркой. Звучит более логично. Да не знаю, какой это билд. Последний это билд, чел. Последний. Мне весело, да, вполне. Это можно только кувалды, и то очень громко. Ну, вряд ли громче, чем, допустим, дробовик стреляет. Ну, похоже, что я прав был со своим прогнозом. Скука, правда, появилась, не очень приятно. Ну да ладно. Дэнсманки, спасибо за 10 лет. Спасибо большое. А тот оружейный магазин и находил на северо-востоке Вестпоинта ведь, да? Ну, 22.50, да. Так. Да, окей.
Но я, честно говоря, сомневаюсь, что там будет какой-то крутой, прямо вот крутой лут. То есть я не думаю, что там, допустим, будет автоматическую, ну что там будут штурмовые винтовки. Патроны, скорее всего, какие-нибудь там просто винтовки, дробовики, вот что-нибудь такое. Но штурмовые винтовки, мне кажется, вряд ли там окажутся. Режим апокалипсиса, да, конечно. Но на военную базу я один не пойду. Какой смысл? Так. Ну что, забираем тогда весь лут и сруливаем отсюда. Здесь больше делать нечего. Так, давайте подумаем, что мне надо. Это мне все надо. Так, назначить кобура слева. Назначить кобура справа. Сварочная маска нужна. Так, полицейская дубинка назначена ремень слева. Патрончики мои. Часики. Так, дробовик назначить на спину. Топор мы, соответственно, перекладываем. Ну, в целом все. Ну, можно дезинфицирующее средство забрать, антидепрессанты забрать. Так, журнал мне надо мой забрать по газосварке. Ой, по генераторам точнее. Так, коробочку сока тоже возьмем. Так, это оставлю все здесь. Вот что. Я сожру сейчас вот это полностью все. Приготовлю себе еще полную и заберу ее с собой. В игре есть БТР. Нет. Кейс оружейный. Ну а зачем он мне? Так, вот это вот неприятно, кстати, да. Не эти. Не эти. Какие-то красные, значит. Белые? Нет. А какие тогда, я не понимаю. Ага, вот. Гребаные часы. Ой, соль закончилась. Грустно. А, нет, не закончилось. Ну, моды это понятно, я думаю, здесь моды есть на что угодно. Из мастерской добавлены какие-то плюшки, типа на прицелы или оружие. Нет. Из мастерской у меня ничего не добавлено, но прицелы на оружие здесь и так есть. Кейс оружейный, распакуй, патрики забери или есть. Ну, в смысле, он пустой этот кейс, он распакованный был. Ну, в принципе, у меня запас по весу большой, так что, в принципе, можно, да, взять этот кейс, туда патроны, например, сложить. Лук ванжотный? Нет, лука здесь нету. Как думаешь, эта игра нужна? Нужда в туалете? Думаю, что нет. Это же не Sims, в конце концов. Как так стрельбу забустил? Это ветеран.
Я с дробовика вначале очень много стрелял. Я там где-то сотню зомби с дробовика положил. Дробовика очень жестко качается. Да, если еще прям вам платиновый совет, если вы, короче, качаете огнестрел, вообще пользуйтесь огнестрелом, не забывайте, что в движении вы не попадете никогда. Так, в целом, кстати говоря, я думаю, что вообще можно, наверное, топор лучше все-таки назначить. Дробовиком я пользоваться вряд ли буду. Дробовик мы уберем отсюда. 15-47, ну нормально. Даже, не, ну случайно ты можешь попадешь, конечно, но просто, если ты будешь двигаться и целиться из-за огнестрела, у тебя все цели будут красные. А если цели красные, то ты, скорее всего, не попадешь. Нет, пилы у меня нет. Все, выдвигаемся к школе. Контейнер хотел взять. Да хуй с ним, он не нужен на самом деле. Как билд? Очень сильный. Мух добавили? Да мухи 100 тысяч лет уже как. Ракетельные постоянки? Ну пока, да. Ой-ой-ой-ой. Простите, что потревожил, как говорится. Ой, блядь. Не очень, кстати, рационально иду. Не очень рационально. Школа-то на юге же будет, на улице. Ну, зато легкий шаг мы прокачали. Ну ладно, сейчас лесу потеряемся, нормально будет. Главное только в лесу никого случайно не встретить. По лесу, кстати, нужно тоже максимально осторожно ходить, потому что когда ты в дерево залезаешь, ты видимость теряешь полностью, а там могут быть зомби. Вот, теперь видите, ходит. Вот, блять, пожалуйста. Так, ну ладно, мне главное через забор перелезть. Все. Через такой забор они не перелезут. А идти в обход они будут 10 тысяч лет, поэтому. Поэтому поебать. Так, давайте сразу проверим. Собирательство том 1. У меня запущено собирательство. У меня там второй том уже нужен. Так, посмотрим, что в холодосе. Крекеры. Ну, это сожрём. Капуста, яблоко. Мороженое, свежее, замороженное. Все, жрём прям полностью. Отжираемся. Вот это все, понимаешь... Набор веса нужен. 72 по-прежнему. Плюс мороженое плюс калорийное довольно. Хорошая тема. Так, давайте посмотрим, что на улице. Вроде бы чисто. Очень удобная стратка ловить вот так зомби, когда они перелезают, но она опасная, да, потому что может вот так произойти, вот ты один раз промажешь и все, ГГ. С одним не страшно, если там целая толпа и ты хотел так целую толпу положить, то это может очень грустно закончиться. Так, ну вот и школа уже.
Так, журнальчик можно, кстати, прочитать заранее, чтобы скуку снять. Радио разбираю. Я не хочу их разбирать, пока у меня нету навыка на электронику запущенного. Вот когда я запущу электронику, тогда буду разбирать. До тех пор не вижу в этом смысла. Так. Видеоигра? А с ней можно будет играться? Разобрать только. Так, ничего интересного. Кастрюля рагу, свежее сырое. Давайте возьмем. И приготовим. И сожрем. Короче, подытожив, еще раз советы для новичков в зомбоиде. Супер осторожно драться с зомбями. Максимум 3. Больше 3 вообще никогда. С тремя как драться? Пиздите оружием, пока один из них не сдохнет. Потом второго валите. Как только повалили, встаете на него и третьего начинаете валить, пока он не упадет. Не вставай со второго. Третий упал, второго давите голову. Потом третьего убиваете спокойно. Больше 3 запрещено вообще драться. Умрете 100%. Ну, не 100, но очень велика вероятность того, что умрете. И когда лутаетесь в начале, не лутайте все подряд. А, блядь, испорченное сырое. Нет, испорченное сырое я не хочу. Спасибо. Вот это, наверное, два таких самых важных совета. Вот я сейчас, например, буду сейчас нарушать свое же правило. Но я готов. Минус 1. Вот их 4 сейчас. Ну, страта та же, что с 3. Сейчас вот очень опасно было. Меня могли повалить на спину. На самом деле хуйней я занимаюсь. Я сейчас просто отлечу от этого. Вот, пожалуйста, повалили и... Бам, сразу плюс царапина какая-то. Вот, видите? Чревато. Ну ладно. С 3 уже можно. Вот, все, убил. Теперь одного валим. И давим теперь. Карта с заметками. Ну-ка. Роузвуд. Мама тут жила, встретимся здесь. Нашел некоторое движение, чтобы помочь нам укрепить какое-то место, пока мы ждем. Это где, вот простите? Здесь может быть оружие, просто на всякий, не иди сюда. Ну, вот этот дом можно тогда посмотреть будет. А вот это не очень понятно. Типа, это к чему вообще относится? Наверное, к этому и относится. К дому мамы. Ну вот, пожалуйста, видите, дрался с 4 зомбями. Вот вам результат. Уже получил некий дэмэдж. Так. Вот часы-то я закинул, а на будильник-то я их не проверил. Выключен, окей. А, я тут лутался. Это я налутался хорошо в тестовом ране. Ну, мне повезло, у меня старт был очень такой. В полицейском участке у меня сразу оружейка была открыта. Когда так зомби лезет, очень удобно ловить его так вот у окна.
Только здесь нужно внимательно с таймингами быть, чтобы раньше. Вот сейчас, допустим, я раньше начал его лупасить, чем нужно. Так, давайте проверим, может, сигареты есть. Нет, сигарет нету. Мороженое есть? Мороженое есть. Жрем полностью. Так, надо кластырь заменить. Че? А, понятно. VHS, странно, но факт. Курсы шитья. Вот смотрите, как плохо стелс работает. Видите? И он меня услышал уже. Это из-за того, что нету стелс-перков и нету незаметного. Доска, твердка, металлическая труба. Пила садовая. Нет, это мне все не нужно. Так, трех загрел. Отойдем. Запутаем их маленько. Может, один потеряется по дороге. То есть, если ты встал на лежачего зомби, он подсвечивается зеленым и не сможет стать или укусить тебя. Нет. Если он лежит на спине, и ты на нем стоишь, он ничего не сможет сделать. Вот видишь, я на этом стою, он не может встать. Поэтому я на нем стою, просто толкаю вот этого, повалил, убиваю этого, убиваю этого. И, как видите, один зомби реально потерялся в процессе. Если на животе они ползают. Ух, блядь, сколько их там. Опа, здорово. Так, я выдыхаться начинаю. Все, в этом доме надо тогда отдых делать. Этот дебаф самый отвратительный. Потому что очень сильно снижаются у тебя боевые твои, так сказать, качества. Так, в сумке что-то есть? Это что такое там в сумке? Арахис. Ну, сожрём. Так, один вылез, один здесь. Нет, не вылез, кстати. Блядь!
Так, вот и отвались, дурак. Повезло, что он упал сразу. Окей. По-моему, больше в этом доме нет никого. Но все равно надо осторожно чекать. Залез, дурак. Так, давайте посмотрим, что здесь есть интересного. Лампочки, собачий поводок. Нет, это мне не надо. Попить надо. И бинтик поменять надо. Кастрюля есть, его бинт продезинфицировать. Сухой завтрак, как, жрём половину. Половину другую потом сожрём. Кастрюли, увы, нету. О, найс. Элитные машины. Читаем. Читаем. Когда году фуар? Скоро, скоро. До дома мамы дойду. И на этом закончим с обоидом. Так, прочитано. Нам не надо. Так, карта с заметками на самом деле мне тоже не нужна. Что бы мне поделать? Надо хрючево мое выложить в холодос, который я с собой ношу. Так, перекурим. Машины скрывать еще не научился. Но автомеханику раскачал, если что. Вот, до двоечки. Так, на самом деле можно, кстати, даже не отдыхать, можно даже спать лечь. Там дурак стоит. Дебаф боли. У меня царапина с кровотечением. Из-за того, что меня на спину повалили. 3:30. Так, мы не знаем, что было, пока мы спали, поэтому очень осторожно осматриваемся. Вроде все нормально. Так, пить. Забираем нашу еду. Сожрем сразу отсюда четверть. Все, баф получили. Что там по весу? 73 набирается, отлично. Идем дальше. Блин, забыл. Царапина. Ну, кровотечение зато прошло, это хорошо.
Может, получится по стелсу. Да, получится. Первое стелс-убийство. Так, читал. Комикс возьмем. Газосварка, том 2, это мне не надо. Звероловство, том 1. Не нужен. Мороженое возьмем. Кастрюля нужна. Ничего нету. Да, какой-то нищий дом. Так, ну-ка по карте я где? Ага, ну еще один и дом мамы будет уже. Многовато. Сейчас подождем вот этого дурака, который сейчас через деревья полезет. Он идет. Вот эту толпу как-то подчистить. Так, вот одного загрели. Полицейский, кстати, похоже, по форме. Возможно, оружие будет. Отлично, отлично. Вот, прям совсем хорошо. Ба, вот это плохо. Вот это очень плохо. Попробуем поймать их через забор. Блять, одновременно идут и по трем разным сторонам. Твою мать, а. Что непонятное произошло, ну ладно. Нормально получилось, на самом деле. Вот сейчас хорошо получилось поймать их в лежащем состоянии. Карта Розвуда. С заметками, интересно? Нет. Такое добро забирайте себе, пожалуйста. Испугался 4 зомби. Да. Не понял. А, тут елка. Опа. Это что, свет выключили? Или... Просто утро уже. Не, ну здесь еще горит. Рубашка рейнджера. Ну, к сожалению, да, нет никакого лута. Это не полицейский, был, а рейнджер. Так, все, ластовый дом лутаем. Потом идем в дом мамы. И там уфуюсь. Блять, пиздец, как много. Ёбаный рот. Раз, два, три, четыре, пять. Так, а здесь чисто. Ну, ладно, можно чуть-чуть топором помахать. Так, минус один сразу. Еще толпа. Нормально.
Мне написали, что Мэл смотрит и сапки дарит, а я игнорю, сори. Ну, типа, сами понимаете, тут дело такое. Разочек моргнешь и все. И гуф. Сори, Мэл, если так, то сори. Где? Ну, мне написали, что я пропускаю. Сори вообще всех, кого заигнорил, просто, ну, зомбой такая игра, что здесь отвлекаться вообще нельзя. Зараза. Вот видите, вот, вот очень опасно, очень опасно. Ага. Ну, я думаю, можно позволить себе разбить окно. Я тут в округе всех зачистил. Маленький лист металла, твою мать. Мертвая мышь. О, кастрюлька. Найс. Набрать воду в кастрюльку. Так. Бутылка с водой полная. Или плита какая моднявая, да? Пусть нагревается. Развлекательные кассеты. Курсы газосварки, том 1. А я не бустил газосварку, да? Бустил, не нужно. Сварку читал. Электроника том 2. Я не помню, кстати, забирал с тобой электронику том 2. Не забирал, кстати, да. Давайте возьмем, наверное, сразу. Так, и знаете, что мне надо? Мне надо сожрать мою еду. Побеждаю? Ну да, в целом да. Так. Обратно. Стерильный винт. Сейчас тоже задезинфицируем. Радио можно разбирать. Я знаю, я не буду этого делать, пока у меня не будет запущен навык. Книга пока не попадалась. Но я направляюсь в школу. Ну, не сейчас, а вообще в целом у меня сейчас цель школы. Сейчас я пока хочу дойти до дома мамы. Это вот этот. Там, по идее, должен быть хороший лут. Пиздец их тут. Так, давайте сначала по периметру работать. Ебать. О, господи, блядь. Ну?
что поделать. Сколько? Раз, два, три. Окей, ладно. Да, блядь. Угу. Окей, часть разобрали. Кобура пустая. Жаль. Бегать вокруг забора. Я говорю, это очень рискованная страта так делать. Ты один раз ошибешься, тебя повалят на спину и все. Да ёбаный ты, блядь, иди ты нахуй. Да что же они так быстро встают-то, а? Блядь, включенный будильник был. Ну, что я могу сказать? Походу наебали меня. А, нет, смотрите, пистолет есть. М1911. Хороший ствол. Забираем. Электроника, выпуск 2. Прикрепить таймер. Давайте прочитаем. Собирательство том 2. Надо. Можно взять.
Можно взять и прочитать прямо сейчас. У зомби разве не поясная сумка была, да? Сейчас посмотрим. У какого из? На улице? На полу лежит. Ну, это спортивная сумка. Внутри розовая спортивная. Ну, так это розовая спортивная сумка. Мне там зачем? У меня рюкзак. Наверное, вот это имелось в виду. Молоток, гвозди. Клей для дерева, кстати, тоже очень хорошая тема. Очень редкая. Садовый совок. Но это уже не лезет. Угу. Сервис летел в реальной жизни тратить огнестрельного оружия, да. Следа только ощущения были. Бомбезные. Особенно, когда из винтовки с колячими затворами стреляешь. Вот сам вот этот момент перезарядки. Вот это вот чичик. И когда гильза вылетает дымящаяся, это прям очень круто. Так... Надо книгу прочитать, вот эту. Ключ был там, да? Разводной ключ был? Это хорошо. Я так просто бегло посмотрел. Просто понял, что сейчас я это не смогу себе позволить. Так, давайте я дожру вот это. Мне вес освободит. Перекурим. Приводил ли ты к себе домой 14-летних школьниц? Да, конечно. Какие ощущения были? Потрясающие, невероятные. И сейчас тебе даже сразу бан выпишу, потому что ты долбоеб. Многие предметы стакаются за спички, там таблетки, клей. Да, знаю. В карты, конечно, играл. Человек 8 лет волосы оказался долбоёб. Бывает такое, да, ничего не поделать. Нет, с помпой не стрелял. Пистолет и винтовка только. Из Глока стрелял? Из Мосинки? И из СВД? А, нет, стоп, из карабина еще стрелял. Типа калаша. Так, все это прочитали.
Оп. Все. Так. Мороженое у меня было. Есть полностью. Так, посмотрим еще раз, что здесь. Разводной ключ действительно есть. Садовый совок. Я еще молоток здесь, помню, видел. Да, вот молоток. Угу. Окей. Так, ну все, ложимся спать. На этом зомбоидом на сегодня все. Идем в God of War. Блять, ебучий будильник говна. Вот какой из них? Так, ладно, в этот шкаф я сейчас выложу тогда всю херню. Перед тем, как идти в этот, в школу. Все, не лезет? Ну, на пол тогда просто. Так, что по весу? На 11. Нормально. Так, ну все, в следующий раз тогда идем в школу, лутаем школу, библиотеку на наличие книги по электронике первого тома и начинаем качать электронику усиленно. А пока все.